Немецкий велогонщик Джон Декингоп выигрывает второй этап подряд на супермногодневке Вельта. 180 километров дистанции пятого этапа гран-тура пролегали по холмистой местности между городами Кордоба и Ронда. По ходу гонки пелотон постоянно рвался на части из-за рельефа трассы и сильных порывов ветра. И все-таки на финиш первой пришла большая группа из 7 десятков велосипедистов. В ней усидел и лучший спринтер нынешней Вельты Джон Декингоп, который вновь показал, что в скоростной борьбе в финишном створе ему нет равных. Лидер Астаны на этой многодневке Фабио Ру также был в первой группе и пересек финишную черту 38-м. В генеральной классификации после 5 этапов Ару занимает 21 место, проигрывая обладателю красной майки лидера Вельты австралийцу Майклу Мэттизу 50 секунд.